просто, действует надежно и без ошибок. Правда, так, как от него, в общем-то, и требуется. Онищен, передача, бросок, гол! Станислав Егоршев сравнивает счет! Великолепно Онищен выложил сейчас шайбу под бросок защитнику Северстали. И тот низом вгоняет шайбу в ворота Сенфорда. И счет становится 2-2. 11-я минута третьего периода. Классическая комбинация хоккейная. И счет сравнялся. Что ж, 2-2. Впервые в этой серии команды забросили по две шайбы. И впервые счет 2-1 не повторится. Стоят болельщики на трибунах, но это всего лишь 2-2. Всего лишь.